Наука. Сторонники дарвиновской теории происхождения видов одержали не так давно еще одну победу. В Южной Африке были обнаружены останки Homo genus, жившего более 2 миллионов лет назад. Антропологи полагают, что Homo genus – внук в эволюционном смысле слова австралопитека, жившего на Земле более 12 миллионов лет назад. А есть те, кто думает, что Homo genus – нашедшееся звено в общем развитии жизни на Земле. У меня нет сомнений в том, что эта находка перевернет многие положения теории эволюции, считавшиеся бесспорными. Дело в том, что найдены были не отдельные части, а почти весь скелет, так что материала для анализов и исследований очень много. Стоит добавить, что 3 года назад был обнаружен и скелет того, кого считают предком уже австралопитека. Некоторое время назад в Nature были опубликованы первые результаты исследований. Нам есть о чем думать. Это прежде всего некоторое положение теории происхождения видов, время возникновения первой человеческой популяции, место ее возникновения. Сейчас становится понятным, что это был африканский континент, и именно оттуда и началось заселение тех континентов, что существуют сегодня. Колыбелью человечества нужно считать Кению и Танзанию. Тем не менее, есть и те, кто утверждают, что прямым предком прямоходящего человека был совсем даже не австралопитек. В любом случае, очевидно, что дискуссия будет продолжена.